В Южной Корее продолжаются акции протеста с требованием отставки президента страны. Прокуроры планируют допросить Пак Кын Хе в связи со скандалом, вызванным вмешательством ее подруги в государственные дела. Как сообщает агентство Йонхап, прокуроры уже направили официальный запрос главе государства и ожидают ответа. Напомню, политический скандал в стране разразился после того, как в октябре журналисты нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружилось около 200 секретных документов, в том числе и черновики речей главы государства. Выяснилось, что их правила близкая подруга президента Чхве Сун Чхиль. Следователи подозревают последнюю во вмешательстве в госдела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.